В этом году исполняется 125 лет со дня рождения известного общественного деятеля, писателя, драматурга и ученого Мухтара Ауэзова. В честь знаменательной даты научно-культурный центр Ауэзийе в Алматы представил вниманию семичан выездную выставку «Абай менің өмірлік тақырыбым». На выставке представлено более 50 экспонатов. Это первая передвижная выставка научно-культурного центра Ауэзийе. Неудивительно, что научный центр выбрал город Семей, а не любой другой город Казахстана. Тема выставки «Абай менің өмірлік тақырыбым» – «Абай – моя вечная тема». Мы очень рады, что специалисты центра приехали именно к нам. На выставке была представлена информация о жизни и творчестве талантливого писателя Мухтара Умарханулы. Также вниманию зрителей были представлены рукописные копии романа эпопеи «Абай Жолы», «Путь Абая», книги и журналы, привезенные из зарубежных поездок, костюмы, а также оригиналы журнала «Абай». В экспозицию включены копии рукописей Мухтара Ауэзова, а также его одежда и костюм, накидка, подаренная ему на 60-летие в 1957 году. Рукописи его произведений, а также орден Ленина, государственная награда, которую он получил в 1959 году, и оригиналы наград. Преподаватели и студенты высших учебных заведений нашего города собрались, чтобы ознакомиться с выставкой, посвященной правоведу своего времени. Они осмотрели экспонаты, привезенные из южной столицы, и ознакомились ранее не опубликованными данными. На выставке есть очень много интересных экспонатов. Одним из удивительных экспонатов является 12-й номер журнала «Абай», которого мы раньше не видели. Он хранился в научном центре Ауэзова. Дальше здесь есть вещи, которыми Ауэзов пользовался при жизни. Мое внимание привлекли вещи, которыми когда-то пользовался Мухтар Ауэзов. Очень интересно, как он жил и что надевал. Специалисты научного центра Ауэзии рассказали, что передвижная выставка организуется впервые. В дальнейшем эту выставку планируют провести и в других регионах страны. По словам организаторов, подобные выставки имеют большое значение в популяризации богатого наследия Мухтара Ауэзова среди молодежи. Асель Айдар, Шугла Султан Махмудова, Нурлан Уразалин, телеканал «Семей».